уже маме загадывала. Что такое свадьба? Свадьба – это когда женишься, танцуешь. Свадьба – это когда жених с невестой, жених дает невесте цветы, и они потом живут вместе. Ой, какая красота! А для чего нужна свадьба? Чтобы жених и невеста жили вместе. А ты на свадьбе когда-нибудь была? Нет. А хочешь побывать там? Да. Что такое свадьба? Свадьба – это когда мы идем на свадьбу, и там мой папа фотографирует свадьбу, все. Папа слушается на работе, фотографирует свадьбу, и еще он все слушает маму. А для чего свадьба нужна? Свадьба нужна, чтобы идти на работу и показывать хорошие фотографии. Что такое свадьба? Это когда женятся. А для чего женятся? Сложно сказать. Ну вот ты как думаешь? Я думаю, чтобы вырасти, нашим здоровым стать. А зачем вообще свадьба нужна? Ну, чтобы жениться. А без нее никак? Ну да, никак. Вот у нас дома есть диск «Как мама и папа женится». Так интересно смотреть. Ты смотришь, да? Угу. Свадьба – это когда люди женятся. А зачем она нужна? Чтобы люди... Не знаю. Что такое свадьба? Это где женится. А для чего она нужна? Чтобы... Ну, ты родители тоже женились? Да. А зачем, ты не спрашивала? Нет. То есть не знаешь, зачем люди женятся, а сама хотела бы жениться? Да. Почему? Там красиво так. Что такое свадьба? Свадьба – это когда кто-то женится. А для чего нужно жениться? Что, когда женишься, когда сам поженился, родить деток можно. Ясно. А свадьба зачем нужна? Может, ее вообще не нужно делать? Чтобы мама и папа себе полюбили. Ага, это на свадьбе происходит. Когда мы с мамой, с папой были на свадьбе, они полюбили и нас родили.